Всем привет! Кто меня смотрит и кому это будет интересно? Хочу некоторые из своих орхидей поснимать, особенно новые, чтобы были в первую очередь для меня. И потом многие спрашивают, когда я купила, как она развивается и что. Ну, в общем, можно было показать это видео. Ну, в частности, вот этот вопрос от Лидочки. Пообещала ей лично для нее покажу. Как поживает моя вот эта орхидея? Ой, а этикетки уже и нету. В общем, это Sabinicofea humbertiana. Я ее купила в августе прошлого года. Она ко мне пришла из Швертера. В очень классном состоянии, со множеством корней. И она была посажена в корзинку для вандовых. Но для меня этот вариант неприемлемый. Корни я обломаю быстро, плюс коты могут поиграть. Они за мной часто ходят в теплицу. И я ее пересадила вот в такой пробковый горшок с добавлением корней папоротника. Видно там в субстрате. Значит, при пересадке оказалось, у нее тут детки маленькие есть. И рассказать об уходе. Ну, какой уход? Я за ней пока только наблюдаю. Что я только знаю, что это девушка из Мадагаскара и живет над уровнем моря 1000 метров, 1200. И проживает в довольно сухих лесах, такие, где явно выражены сухие сезоны. И в основном большую часть года она получает воду от росы утренней. Любит прохладу. Вот это я заметила, что любит прохладу. Ну, я ее так посадила, чтобы корни могли только поливаться, побрызгаться, а потом просыхали. В общем, особо ничего сказать не могу. Единственное, что вот этот корень... Он закуклился. Вот этот корень закуклился. Но она вот этот... пока еще было тепло. Вот этот вырастила корень. Вот этот кусочек. Но сейчас у нее все корни закукленные. Вот и все. Что я могу рассказать. Удобрялась, поливалась, как и все. Ничего особенного. Слава богу, живая. Хотелось бы, конечно, увидеть очень ее цветы. Но не знаю, когда увижу. Все-таки, наверное, еще период адаптации. Вообще, в таких горшках очень хорошо многие орхидеи у меня растут. Я их все так пересаживаю. И хочу постепенно видео все сделать, которые у меня новые появились, кого как посадила, как они развиваются, потому что часто иногда в компьютер даже не залезешь, или флешку там доставать лень, куда сбрасываются видео. А так на YouTube зайдешь и всегда глянешь. Очень удобно. А на этом все. Как всегда, всем хорошего настроения, удачи всегда и везде. Пока-пока.